Азат Аймаганов. В звучании песни есть что-то колхозное. Ну, не знаю, колхозное. Колхозное может... Как вот это, наверное, вам кажется колхозным. Ну, не знаю, это на вкус и цвет товарища, нет? Так, сіздің шын есімі Назымбай Назеркем. Жоқ, менің шын есімім Акназ. Это уже столько лет продолжается. Ни Назерке, ни Назгуль, ни на Айназ, ни Гульназ. Какой еще у меня было? Ах, тут тем более нет. Меня зовут Акназ. Очень приятно. Бахыт Имашев. Жігіттің мына түріне қарап үйленбегенім жақсы бопты ғой, деп кетті қалған ғой. Уф. Меруерт. Бахыт. Бахытты бол. Игорь деген жігіт жазыпты. У нас просто нету по-настоящему талантливых певцов и певиц. Поэтому приходится писать вот про таких вот свистюлек, которые только дешевые понты устраивать могут. И только ни на что не способны. Печально ведь. Вот өліп, тіріліп, ұйықтамай, әрлі-берлі жүресің, бірдеме жасайсың, да, соның бәрін еңбегіңді нөл қыла салады да, осы деп, өстіп, свистюлік деген не бәле ол? Айналайын, кукуруз бағы жүрген ешкім жоқ енді. Бізді еңбегімізді сіңіріп, әрлі-берлі жұмысымызды жасап жүрміз, не де болса. Біреудің көңілінен шығар, біреудің көңілінен шықпас. Игорь жан, айналайын. Аман бол, сіздің көңіліңізден шықпаса ренжімеңіз, алда әлі тағда әндер шығады, мүмкін солар ұнап қалар. Приходится слушать дейді, неге приходится слушать, ауыстырып басқасын тыңдаса болмай мекен. Таңғалам мен. Әсель Утюпова. Для нашего менталитета чересчур, конечно, все-таки скромность всегда была на высоте. Знаете, Асель, оны кім қалай түсінеді, кім қалай көреді, әркім өзін тәрбиесіне байланысты. Қандай нәрселерге сүйеніп жазы отырсы білмеймін, сондықтан да біз өте елшақ қыздармыз. Амина Орманова жазады. Жеке өмірі жайлы ештене білмеймін Мақпалдың. Осы батыр сияқты жігіт. Пен бағы ашылып, бақытты болып кетсе екен жасы 33-ке келді. Я одобряю ваше всеобщее волнение по поводу того, что мен жасым 33-те, и я еще не замужем, потому что я думаю, что пол Казахстана солидарна с вами и с моими родителями и вообще со всеми родственниками. И они все тоже переживают. И я тоже стала переживать, если честно. Я до этого не переживала. А чем чаще читаю эти комментарии, тем больше начинаю переживать. Я вдруг задумываюсь о том, что елки-палки, вот слушай, это же реально много. Это, ну, если мне 60 лет суждено прожить, ну, к примеру, в среднем, да, 60-70, то я уж полжизни прожила, когда детей рожать. И вообще все страшно. Что делать? Батырға тиіп алам ғой деймін. Басын айландырып. Только ему не говорите. Баймолдан Нығымет. Тәуекел ай, жарайсың кешеудің ең сұлу аруларымен бірге ән айтып, клипқа түсіп, өзіңді басқа қырынан көрсетіп жүрсің. Енді Камшатпен дуэт болып ән айтып жүрсің, тошна три в одном кофе болайын деп тұрсың дейді. Баймолда. Рахмет, Баймолда. Негізі мен ондай бір мақсат болған жоқ, және де қазір сен айтқаннан кейін ғана шынымен ойлап тұрмын. Кешудің қыздарымен ән айтып та бейнебаянға түскен екенмін. Камшат қана қалды дейсіз бе? Камшатпен біз телехикаяда түстік, махаббатым жүрегімде. Сондықтан онсыз да кофе болып тұрмын. Три в одном, көріңіз ба? Кофе, молоко. Жан Аман. Жан Аман. И мне кажется, что здесь Руза выглядит как 16-летняя девушка, а не 20-летняя, да? Понятно? Ну, да, в принципе, в жизни может быть... Не может быть, да, многие думают, что мне 16-15,
Может, это хорошо, а может, и плохо. Не знаю, спасибо. Она мне пишет: у Егорки все наглые, ни стыда, ни совести. Что за херня вообще? Это что за бред вообще? Во-первых, как можно говорить о нации человеческой и быть уже таким тупицей и, ну, такие ужасные вещи писать? Ни стыда, ни совести, говорит. Ой, группы, все наглые. Ага, это не бинго, вы проиграли. Вы просто проебались, понимаете? Потому что я не уйгурка, хотя без разницы, кто бы я, кем бы я ни была там по нации и так далее. Я казашка там со смесями, ну, к уйгурам не имею отношения. Может быть, выйду замуж за уйгура. Так что давайте не будем.